Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 4 июля, у нас погода прекрасная, и несмотря на такую хорошую погоду, птички поют, солнышко, все. Тема сегодня грустная. Вот первая тема была про заболевания, когда неизвестно, чем заболеют томаты, и люди пишут, что это такое. А я иногда и тоже не знаю, у меня болезней очень мало, и я сильно так глубоко не углубляюсь. И вторая тема, вот вершинная гниль. Про вершинную гниль я, конечно, знаю, хотя у меня ее тоже никогда нет. Но никогда нет, я теперь уже не могу сказать, я могу сказать, никогда не было. Потому что до этого очень я активно пользовалась золой. И про вершинную гниль я уже снимала один видеоролик, рассказывала. И вот когда рассказывала про петрушу огородника, про сибирскую тройку, столько много пришло сообщений, что эти томаты, у многих болеют вершинной гнилью. Я прям расстроилась, потому что пишут некоторые люди, что вообще пришлось отказаться от этих сортов, потому что неизменно вершинная гниль на петруши огородники, на сорте Казанова, на сибирской тройке, на всех вот таких сливовидных сортах почему-то у людей вершинная гниль. Я не знаю, я вчера специально прошла, посмотрела все Казановы, прям в каждый носик заглянула, все петруши, все тройки, но нет ни одной вершинной гнили. И мне очень хочется... Ну как, допытаться до истинного. Ну почему вершинная гниль у людей? Пишут, что вроде и это делают, и кальциевой селитрой опрыскивают, и все добавляют золу. Но я в этом году, прочитав вот эти сообщения, тоже встревожилась, потому что я уже всем говорю, что у меня нынче золы нет, я высаживала без золы. И я теперь уже опасаюсь, что у меня тоже, возможно, будет вершинная гниль на этих томатах, хотя никогда в жизни не было. И когда мне написали, что золу можно купить в магазине, но там в магазине пакет килограммовый продается. Вы просто не представляете, сколько золы я использовала каждый год, каждый сезон. 3-4 мешка мне привозили из деревни. И я при посадке в каждую лунку добавляла, потом еще опудривала. И я не думаю, что я смогу купить в магазине 4 мешка золы. Это вот килограммовыми пакетами, это надо 120 пакетов, у нас там даже столько не завозят. Но это, конечно, в магазине покупать золу нереально. И сейчас я решила, что раз пишут нынче все, даже одна женщина высказала такое предположение, что, возможно, год нынче такой, что вершинная гниль у всех, вот прям поветрие, как эпидемия вершинной гнили. И до канала меня позвонила моя знакомая, у которой вершинной гнили никогда не было. И она говорит: Толя, что такое, даже вот на крупных томатах, розовый крупный, которые не сливовидные. Уже, говорит, 25 томатов сняла и выбросила вершинную гниль. Ну и все, я тоже побежала делать себе подкормку. Сейчас я расскажу. Так, я написала в комментариях, сейчас скажу, одна зрительница, она этот рецепт взяла где-то на другом канале, но это ничего страшного. Меня очень удивляет, когда люди пишут, что... Вот это взяли с другого канала, как не стыдно. Да какая разница, люди делятся между собой рецептами любыми, где бы вы ни взяли. Если есть хороший рецепт, который работает, ради бога. Тут в огороде не может быть понятия плагиата. Тут все из уст в уста рецепты передаются, вот так по кругу ходят из-за границы к нам и опять за границу. Если человек где-то посмотрел на другом канале и выложил этот рецепт, я сейчас буду его говорить. Да слава богу, если он кому-то поможет. Как можно вообще так говорить, что... Зачем вы рассказываете рецепт, который был описан на другом канале? Ну и что? Это что, авторские права на какие-то рецепты? Они все почти народные. Вот смотрите, Наталья Осуль мне написала, что, ну не мне и всем зрителям, что очень хорошая именно вот такое профилактика и лечение вершинной гнили, это столовую ложку извести, то же самое мела, доломитовой муки, все равно любое вот это кальций содержащее вещество. На 10 литров воды туда добавляют уксус пол-литра 9%. И можно добавить борной кислоты или фитоспорина. И когда другие зрители спросили, а почему вы так пишете, борной кислоты или фитоспорина, разве это одно и то же, я сейчас объясняю. Ну вот она объяснила, а я всем объясняю. Вы можете добавить то, что нужно вам. Если вы не делали борное опрыскивание, значит, добавляете борную кислоту. Вы совместите две подкормки. Если вы добавляли уже, бор своим растениям давали, то можете добавить просто фитоспорина. Это будет как профилактика болезни. Короче, хотите это добавить, хотите это.
все, и можно делать обработку, но также с учетом всех вот этих вот правил, лучше не днем, а утром или вечером. Все. И еще хочу я что сказать. Вот почему пишут всегда добавлять бор. Я сейчас буду делать по-другому, я расскажу, как сама буду делать. Но вот этот рецепт, который Наталья Осуль выложила в сообщение, он может тоже кому-то пригодиться. Я буду делать суспензию мела, но в данном случае у меня вот этого, кто она называется-то? Известь гуми. Вот эта известь гуми, она собрана уже, тут написано, с бором из гуми. То есть бор здесь уже добавлен, уже производитель как помогает нам, что не нужно составлять тут бор и гуми. Это немножечко как не только от вершинки профилактика, но и удобрение. Зачем мы добавляем бор? Если добавляем мы один кальций, то и вы если не делали борное такое опрыскивание или подкормку, то если дефицит бора у вас, то кальций, даже если он будет в почве, он тормозится усвоение растениями без бора. Поэтому вот в этом уже предупредительно добавлен бор. А вы, если будете делать, например, болтушку. Вот я себе сделала болтушку. Но у меня болтушка темная получилась, потому что здесь гуми добавлен. А вообще болтушка, если просто, например, мел или просто там доломитовая мука, известь, пушонка, то она будет белая. Вот смотрите, можно, как я, сделать такой густой. 2-3 ложки на литровую банку и прям немного по стаканчику под каждый кустик. И вот эта подкормка чем хороша? Она, во-первых, безопасная, и при каждом поливе или при дожде вот это вот кальций, он будет постепенно туда поступать. Постепенно он будет в грунт проходить и заходить. Это будет корневая у меня. Можно сделать вот, как вот по рецепту Натальи Осуль, листовую. Но мне листовую не хочется делать. Мне вот, если честно, не хочется просто пачкать томаты. Они же будут вот в этой белой, как, ну, уже не будет зеленого цвета, уже визуально совсем будет другое поле. Я хочу именно, чтобы они были зеленые, поэтому я буду поливать под корень. Еще, вот что я вам показывала, селитра кальциевая. Можно не болтушку из мела, а можно такой же полив сделать с кальциевой селитрой. 10, так что здесь? Также, короче, как полив делаете, вот этот пакетик на 10 литров воды. И сюда можно добавить борную кислоту. Опять про то же, что я сказала, что будет, во-первых, и борная подкормка, и кальций будет лучше усваиваться. И также методом полива добавляете под каждый куст. Я вот сейчас буду делать, но когда я первое видео снимала, я уже говорила, что мы всегда вот, как мы зациклились, что вершинка – это недостаток кальция. Но я ведь называла еще и другие причины. Это засоленность почвы, закисленность почвы. Я вот знаю, что у меня почва кислая, и мне ее нужно раскислять. Вот то, что я добавляла золу ежегодно, вот прям добавляла, всегда без перерыва. Может быть, это и позволяло мне все эти годы, на протяжении многих-многих лет, выращивать томаты без единой вершинной гнили. Вот вообще ни одного томата никогда не было. И вот теперь, когда раскислять мне нечем, я уже говорила, что в магазине сложно на такой участок кислой почвы набрать вот этого раскислителя. Когда раскислять нечем, я боюсь, что появится вершинная гниль. Но если вершинная гниль все-таки не появится у меня, то значит дело было не в золе, а еще в чем-то. Еще одна из причин возникновения вершинной гнили всегда указывают вот эти перепады, когда долго сухой такой горячий грунт, а потом раз резко полили, переувлажнили, тоже может появиться вершинная гниль. Я не знаю, конечно. Сообщения читать неприятно, когда люди пишут и у меня, я этот сорт уже не сажу, потому что постоянно вершинная гниль. Но все равно надо добиваться, чтобы узнать, по какой причине вершинная гниль. Вот если вы осенью, я нынче осенью буду делать, буду все показывать. Раз у меня нет золы, буду нынче доломитовую муку, вот эту известь, пушонку добавлять при перекопке, при осенней. И попытайтесь сделать все по правилам, ведь есть какие-то условия, при которых вершинка не возникает.
если действительно почву раскислять, если все микро-макроэлементы присутствуют в грунте, то, скорее всего, растение не заболеет. Все, я сейчас буду делать под корень поливы. Но я буду поливать, конечно, весь участок я не буду поливать, все 2000 корней. Я вот буду поливать те томаты, про которые пишут зрители, что они наиболее часто восприимчивы к этому заболеванию. Полью петрушу, полью сибирскую тройку и казанова. На этом ограничусь, потому что у меня вот всего одна пачка вот этого раскислителя извести. Ну а кальциевые селитры, например, по листу, если обрызгать, то это можно сделать всю плантацию сразу 10-литровым ведром воды. Ее же можно не только под корень, я уже говорила, опрыскивание, тоже профилактика. Что-нибудь предпринимайте, меры, у кого есть вершинка, но мне кажется, отказываться от томатов, конечно, это не выход. Нужно как-то исправить ситуацию и условия сделать такие, чтобы вершины гнили не было. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Это грустное видео о том, почему же все-таки у всех на таких прекрасных сортах возникает вершинная гниль. Почему-то у меня на этих сортах ни разу не было вершинной гнили. Вот в чем причина? Нам надо разобраться с вами. Все.